І так, дорогі друзі, доброго вечора всім. Сьогодні в нас Zoom «Школа по здоров'ю». У нас в гостях наш легендарний спаситель. Наш дорогий Олександр Миколайович Слученко, лікар з великої букви. Це людина, яка завжди прийде на поміч, який завжди допоможе, завжди підкаже і виручить. Це лікар сімейний. Я зачитаю, бо я всього не запам'ятовую, стільки тут є. Так, значить, у нас в гостях дитячий сімейний лікар міжнародного класу з 25-річним стажем, кандидат медичних наук, керівник Міжнародної академії управління своїм здоров'ям, патофізіолог, суплементолог, експерт по здоров'ю і експерт по питьовій воді. Ви уявляєте, який в нас сьогодні гість. Тому запасіться зошитами, ручками, бо тому що тема сьогодні дуже цікава. Ми сьогодні говоримо про щитовидну залозу. Я особисто прийшла в Coral Club із щитовидної залози, з якою мала дуже складні проблеми. І хочу похвалитися і сказати, що у мене все окей, щитовидку я спасла. Отак працюють наші програми, наші продукти Coral Club. Тому, Олександр Миколаївич, вам сьогодні свобода слова, вам зелене світло. Розкажіть, що це за орган. І ще одне буде питання вже в кінці, я вам задам, коли ви нам розкажете, як врятувати щитовидку, що робити, ну і так далі. Вам слово. Дякую. Приветствую всех, кто сегодня пришел на нашу встречу. Встреча эксклюзивная, впервые, очень востребованная, очень актуальная, потому что из моего опыта с каждым годом увеличивается количество заболеваний и у детей, и взрослых заболеваний щитовидной железы, либо гипотиреоз, либо гипертиреоз. Много-много разных отклонений и структурных, и функциональных. Это, конечно, бич. И, в принципе, я сразу могу вам сказать, что официальная медицина использует только гормональную терапию. Вот, чтобы было понятно, это как будто представить инвалидное кресло или подключить искусственную вентиляцию легких. Вы понимаете, если человек с больной ногой будет ездить в инвалидной коляске, он никогда на этой ноге не пойдет, пойдет атрофия. Точно так же под искусственной вентиляцией легких этот человек живет только потому, что ему делается искусственное дыхание, вентиляция. Что значит гормонотерапия? Я думаю, что этот пример ясно характеризует суть подхода и лечения современной медицины. Кроме этого, любая гормональная терапия – это колоссальное разрушение всего организма. Сумасшедший остеопороз, размягчение костей, повреждение суставов – это сумасшедшая нагрузка на печень, повреждение – это блокировка иммунитета и ряд разрушительных токсических действий. В этом я не буду углубляться, но просто поверьте, что это просто усугубление. И еще могу сразу сказать, что при современной медицине используется симптоматическое лечение гормонами или операциями, или другими подходами. Это говорит о том, что причина не устраняется, или гипофункция, или гиперфункция, или увеличение, или узлов, или что бы там ни было, кисты. То есть причина остается, и она растет, увеличивается. Вот, чтобы вы были внимательны и бдительны. Да? И второй момент, что современное лечение не направлено и не занимается регенерацией, обновлением поврежденных клеток и тканей щитовидной железы. Это значит, что человек лечится, ему, ну как, искусственно поднимают, если сниженная функция, искусственно подняли до нормы гормоны щитовидной железы, или наоборот опустили, там подавили эти гормоны, если повышенная функция. Но сама ткань, разрушенные клетки, сама ткань, она не восстанавливается при таком способе лечения. Эти причины остаются, это продолжает разрушаться. Вот в чем трагедия, вот в чем тупик для этих людей. Поэтому сегодня эта лекция для этих людей в первую очередь, потому что в основном они ищут, реагируют, хотят узнать как, хотят избежать операции, хотят не подсесть на гормоны. Ну и самое главное, это, конечно, наша сегодняшняя встреча для здоровых людей. Не ждать, когда что-то заболит, когда вспыхнет пожар, когда уже придется, не знаю, что там делать, то, что будут рекомендовать
врачи, а предупреждать, защищать, потому что щитовидная железа имеет космическое значение для организма. Она маленькая, находится в области шеи, внизу шеи, под гортанью, в форме бабочки, левая, правая доля, соединены перешейком. Она самая крупная по весу среди всех эндокринных желез, и она самая имеет обильное кровоснабжение. Я сегодня вам расскажу особенности анатомии и физиологии щитовидной железы, чтобы вы понимали, что образ жизни, то, что вы пьете, кушаете, в каком состоянии находится, какой режим у вас дня, ритм жизни, нагрузки, это в большей-меньшей степени отражается постепенно на функцию щитовидной железы. Чтобы вы это держали в голове, были осознанными и понимали, что это имеет влияние. Дальше. Щитовидная железа является главным заместителем президента, органа президента эндокринной системы. Это гипофиз. Эта эндокринная железа находится в головном мозге, промежуточной части головного мозга, и она регулирует все эндокринные железы, в том числе и щитовидную железу. То есть только благодаря указаниям этого гипофиза щитовидная железа держит в норме и гормоны, и кровоснабжение, и иннервация, в общем, все, что нужно для здорового состояния щитовидной железы, это у нас отвечает мозг в целом и непосредственно гипофиз. Дальше, щитовидная железа отвечает у нас за фундамент здоровья. Что это значит? Она регулирует обмен веществ. Это биохимические реакции. Что такое биохимические реакции? Это синтез ферментов, гормонов. Это клеточный механизм. Что заходит, с какой скоростью заходит в клетки, выходит, заходит. То есть это жизнь триллионов клеток, триллионов всех клеток на жизнь. То есть она создает условия, чтобы нормально работали все клетки и все органы. И щитовидная железа отвечает за скорость. Скорость тока жидкости, крови, лимфы, межклеточной, внутриклеточной. Щитовидная железа отвечает за жизненный тонус. В каком тонусе, в каком настроении вы находитесь. Я потом чуть попозже буду говорить сниженную функцию, завышенную, вы поймете, если есть отклонение, как это будет проявляться и ощущаться человеком. Дальше. Щитовидная железа является внутренним нашим подогревом, как отопительной системы. Если она, допустим, сниженная функция, то человек замерзает, потому что все снижается. Скорость, кровотоки, обмен веществ, функция органов. Чуть попозже скажу, что там происходит. Дальше. Это наш внутренний огонь. Он должен иметь определенную величину, ну, такого внутреннего огня, образ. То есть и не ниже, и не выше. Потому что если ниже замерзает человек, если выше, он сгорает. Я вам скажу, какие будут проявления. Дальше. Щитовидная железа от слова, она как щит защищает нас. Это энергетическая наша защита. Она поддерживает наш энергетический баланс, энергетику. Энергетика имеет огромное значение для всего организма, особенно для эндокринных желез. Дальше. Щитовидная железа вырабатывает определенные гормоны, которые выстраиваются из аминокислот и йода. Есть тироксин, это Т4, тетрайодтиронин. Есть триодтиронин, это Т3. Кроме этих гормонов, которые обеспечивают вот эти все функции основные, вырабатывается еще гормон кальцитонин. Именно он отвечает за здоровье костей и суставов, то есть способствует усвоению кальция, фосфора, стимулирует образование остеокластов, клеток костной ткани, то есть прочность и здоровое активное долголетие костей и суставов зависит от щитовидной железы. Недаром у этих людей, у которых полетела щитовидка, у них летят суставы, летят кости, и я еще расскажу, какие системы и органы. Дальше. Щитовидная железа – это железа молодости и красоты, здоровья половой системы, как у мужчин, так и женщин. Если она нарушается, какие-то идут заболевания, то летит в трам-тарары, половая функция. У женщин нарушается менструальный цикл, снижается либидо. У мужчин то же самое. Поэтому щитовидную железу нужно холить, лелеять, защищать и беречь.
По поводу щитовидной железы еще скажу одну речь. Она анатомически расположена прямо под кожей, то есть в области шеи, и плюс она находится, шея находится близко к входным воротам. Входные ворота пищеварительной системы рот, нос, носовая полость. Это говорит о том, что она находится на, как вам сказать, в зоне риска. Дело в том, что все, что мы вдыхаем и кушаем, опасное, да, это загрязненная окружающая среда, радиоактивные металлы, радиация, что там еще, бытовая химия, все что угодно. Вот вредные ядовитые вещества, они попадая в нос, в рот, стоком крови, они разносятся тут близко регион шеи, головы находится, и все это откладывается в щитовидной железе. Особенно самый страшный враг – это радиация, радиоактивный йод. Это самый, ну, сверх. Еще есть враги для щитовидной железы, чуть попозже о них скажу. Поэтому следите, чтобы не было гайморитов, синуситов, насморков, ангин, воспаленного горла. А, какая разница, там насморк, я закапаю, там горло поболело. Нет. День за днем, месяц за месяцем, год за годом, а потом раз и начнется процесс патологические в щитовидной железе. То есть заботьтесь о вашей ротовой полости, носовой полости, верхних дыхательных путях. Вот, вы заботитесь автоматически о, делайте профилактику заболеваний щитовидной железы. Дальше, какие причины разрушения щитовидной железы? Вот самый страшный враг – это стресс. Самый страшный. Почему? Потому что стресс настолько блокирует синтез гормонов в саму ткань и функцию щитовидки, там идет блокировка клеточного доставки клеток кислорода, питательных веществ, да, потом очень сильно снижается кровоток, кровоснабжение, потом очень идет сильный спазм сосудов щитовидной железы, хотя щитовидная железа имеет сверху кровоснабжение и снизу. Снизу от ветви аорты, а сверху от ветви наружной сонной артерии. Ну, это для тех, кто знает анатомию человека. Ну, просто, чтобы вы понимали, что самое обильное кровоснабжение. Не просто так щитовидная железа кровоснабжается так сильно, потому что ей нужно достаточное, подчеркиваю, количество кислорода, питательных веществ, те же аминокислот, минералов, этих витаминов и жиров, и чтобы снимать интоксикацию. Как только кровоток уменьшается, идет ну, нарушение функции. Следующий момент, про стресс хочу сказать, что стресс очень сильно обезвоживает, закисляет, и вырабатываются гормоны стресса, кортизол, гормоны страха, адреналин, они враги щитовидной железы, то есть они действуют разрушительно. И стресс способствует тому, что идет блокировка иммунитета, синтеза иммунных клеток, и идет, вот как, знаете, как в блокаде находится эта щитовидная железа. У некоторых людей при сильном стрессе сразу же возникает заболевание щитовидной железы, либо повышенная функция, либо пониженная, гипотиреоз, но уже пойдет очень сильный патологический сдвиг. Дальше. Вот два процесса, обезвоживание и интоксикация, особенно давайте по порядку. Обезвоживание – это значит, будет густая, вязкая, жирная кровь. Обезвоживание ведет к повышению интоксикации, то есть вовремя токсины не выводятся. В принципе, они как взаимосвязаны. Чем больше обезвоживание, тем больше интоксикация. Чем больше интоксикация, тем меньше воды в организме. То есть оно как друг друга усиливает, так скажем. Поэтому интоксикация – основа заболеваний всех отклонений в щитовидной железы. То есть это развитие и узлов, и кист, и разрастание, гиперплазия называется, разрастание щитовидной железы, зоб. Есть там по разным причинам зоб, или из-за узлов, или диффузный. Вот. И интоксикация, она способствует тому, что создаются условия, вот это самое главное нужно запомнить, для размножения всех паразитов. Вирусы в основном простейшие, это трихомонада, попадает, устремляется в щитовидную. Это грибковые заболевания, особенно кандида патогенный, дрожжеподобный грибок кандида. Вот, вирусы, бактерии и грибки простейшие. Вот это
паразитарные возбудители, которые разрушают саму структуру щитовидной железы. И все новообразования, узлы и кисты, что бы там ни образовалось, это все связано с двумя моментами – интоксикация и паразиты. Поэтому для решения… Вот причины я перечисляю, значит, чтобы идти в сторону выздоровления и восстановления, значит, нужно прорабатывать и устранять эти причины. Еще раз напомню, если человек сидит на гормонах или делает операцию, причины никуда не уходят. То есть токсины никуда не уйдут при гормонотерапии, паразиты никуда не уйдут, они останутся, будут размножаться, увеличиваться. Вот. Поэтому схема лечения всех, у кого проблемы с щитовидной железой, сначала гормоны, а потом операция. Потому что в любом случае идет видоизменение ткани, потому что причины не ушли, регенерации не наступает, и ткань изменяется. Следующий момент нарушения щитовидной железы – это у нас идет воздействие, ну, я уже сказал, интоксикация. Вот я хочу подчеркнуть фармакологию. Очень сильно разрушает функцию любые фармацевтические токсические препараты. Особенно сильного действия – это гормоны. То есть, употребляя гормоны, человек не просто атрофия идет щитовидной железы, а еще запускаются ну, патологические процессы разрушения. То есть, это очень-очень серьезные вещи. Следующая причина – это дефицит. Вот при гипотиреозе, когда не хватает гормонов, сниженная функция, то есть низкий уровень гормонов щитовидной железы – это дефицит органической формы йода. Также влияет и дефицит белков, потому что сам гормон, он имеет белковую структуру, ну и, понятно, этот минерал йод. Йод должен быть органикой, то есть из растений. Ну, в частности, самое лучшее – это морские водоросли. На первом месте стоит японская ламинария, бурая водоросль. Ну, то есть в рацион питания. Кстати, вот японцы и другие народности, у них в рационе морепродукты и вот в частности водоросли, вот они, у них идет профилактика. Дальше. По поводу дефицита я сказал. И еще щитовидная железа работает на двух минералах. Они очень важны, потому что они обеспечивают клеточный механизм и синтез гормонов щитовидной железы. Это селен, это является минерал, мощнейший антиоксидант, и цинк. Вот если не хватает этих двух минералов, то идет снижение функции щитовидной железы, потому что цинк отвечает за огромное количество биохимических реакций и поддерживает обмен веществ. А селен, он является защитой и тоже принимает участие во многих обменных процессах и реакциях. Дальше идем. По поводу у нас щитовидной железы идет, вот функцию хочу сказать, что как влияет функция на здоровье детей. Если снижена функция щитовидной железы, то у детей идет задержка интеллектуального и полового развития, частично опорно-двигательного аппарата. Почему? Потому что я уже говорил, что она поддерживает, создает главные условия для отличной работы мозга. Когда идет гипофункция, вот сейчас разберем гипофункцию, да, если сниженная функция, то очень снижается обмен веществ, замедляется ток жидкостей и создается условие очень сильной интоксикации. То есть токсины не выводятся вовремя, идет самоотравление. То есть вот эта интоксикация и обезвоживание именно очень сильно влияет на мозг, и мозг не развивается и тормозит, потому что у него начинают прекращаться нейронные связи. Нижние и высшие отделы должны быть все время связаны, правое и левое полушарие, вот, как нервные импульсы не проходят, потому что идет сильное закисление организма. У взрослых это плохая память, такое состояние торможения. Ну и при гипофункции идет сильная потеря энергии. Эти люди хотят спать, все время уставшие, нехватка сил, слабость, вялость. Вот такое состояние апатии, депрессии, вот такого вот состояния, как вам, упадничество. То есть вот ничего не хочется, вот вообще мозг не соображает. Вот это состояние гипофункции.
сниженная функция. При таком состоянии, когда сниженные обменные процессы очень плохо работают в выделительные органы, то есть они не успевают выделить токсины, и идет токсические отеки, лишний вес. Вот если у человека есть слабость большая, да, лишний вес, то нужно обратить внимание и провериться на щитовидную железу, как одни из ведущих симптомов. Повышается артериальное давление из-за густой крови. То есть кровь становится густая, вязкая, потому что интоксикация, обезвоживание. Дальше повышается уровень холестерина. Это связано с работой печени. Уровень холестерина низкой плотности, то есть это плохой холестерин. Это идет развитие атеросклероза, зарастание просвета сосуда. Вот. Дальше. Нарушение половой функции у женщины, нерегулярный менструальный цикл и снижение либидо. То есть женщина становится такой апатичной, фригидной, то есть полнеет все время. Ну, в общем, и у нее состояние постоянно или сидеть, или лежать. Вот если вот человек находится в таком состоянии, это очень сильный показатель функции щитовидной железы. Есть разные причины, но один из них. Дальше. Нарушается при гипофункции, нарушается парасимпатическая нервная система. В чем она проявляется? Это сонливость, раз. Это снижение ритма сердца, два. Это потливость, особенно ночная, то есть нарушение потоотделения, сильная потливость. Дальше. Это замедленная реакция, такая заторможенная. Это, ну, как это, перебор по парасимпатической нервной системе. Парасимпатическая система, она в основном работает ночью на расслабление организма. Получается, у этих людей организм настолько разбалансирован в сторону такого расслабления, что они не могут быть в тонусе, когда гипофункция. Дальше. Это склонность к пищевой аллергии. Дело в том, что при гипофункции летит пищеварительная система. Как это происходит? Печень не выделяет достаточное количество качественной желчи, идет нарушение пищеварения. Поджелудочная тоже снижена ферментативная функция. И самое главное, то, что идет процесс гниения и брожения в кишечнике. Пища недопереваривается. Отсюда в кишечнике размножаются разные классы паразитов, в том числе и условно-патогенная флора, как патогенные грибки кандида, как патогенные грибки стафилококки, стрептококки, ну, если есть и другие классы паразитов тоже. Идут запоры при гипофункции. То есть кишечник становится атоничным. Уменьшается перистальтика кишечника. Вот. И идут запоры и вздутие. Вздутие от того, что я только что перечислил. Идет отек лица, отеки век, темные круги под глазами, вот если взять. Кожа страдает, шелушение. Вот страдает красота. Так как меня пригласили, да, как гостя на ваш международный марафон, вот красота просто страдает. Полнота. Кожа трескается, сухая, шелушится, отеки, лишний вес, плохое настроение, нет сил, нет энергии. О какой красоте идет речь? Ни о какой. Поэтому вот щитовидную железу обязательно мы потом, когда я уже все перечислю, я уже скажу конкретно принцип, пошаговку и что пить. Дальше. Кожный зуд. Кожный зуд связан с интоксикацией. Уже почки, печень не справляется. Токсины идут через кожу. Кожа – последний рубеж, чтобы выделять вот эти токсины. То есть помогает хотя бы хоть какую-то часть токсинов. Дальше. Увеличивается лимфоузлы в области шеи. Это значит, что присоединилась паразитарная инфекция. Паразитарная инфекция, о которой я уже говорил. Сухость во рту, жажда, сильнейшее обезвоживание, сильнейшая интоксикация. Человеку все время хочется пить. Он даже перепивает свою норму. То есть вот, знаете, ну вот обычные люди пьют воду, ну, потому что пить хочется. Но те люди выпили и в следующий раз пьют, как будто вообще не пили. То есть такое ощущение, они пьют, как будто вот не выпили ни одного глотка. То есть супер жажда, так скажем. Дальше. Неприятный запах изо рта. Это связано с тем, что пища не переваривается в кишечнике, идет заброс в желудок. В желудке тоже снижены процессы пищеварения, и оно заброс идет через пищевой,
открывается отверстие, есть круговая мышца, закрывает отверстие между пищеводом и желудком. Вот когда она открывается, этот запах идет через пищевод в ротовую полость. Сосуды. Нарушается эта стенка, может быть кровоточивость десен. Дальше. Образуется песок и камни в желчном пузыре, потому что сгущается желчь. Желчь перестает хорошо течь, то есть снижается ток желчи. Я уже говорил, что ток жидкостей, всех жидкостей. Кстати, по суставам внутрисуставная жидкость высыхает. Идет высыхание суставных хрящей, межпозвоночных дисков и трескаются эти суставы. Почему артриты начинают возникать? Воспаляются суставы, нет достаточного количества воды в суставе. Внутрисуставная жидкость – это основа основ здоровой физиологии и здорового суставного хряща. Вот она уменьшается, высыхает, и происходит вот такая вот патология. Головные боли связаны с обезвоживанием, интоксикацией в головном мозге. Вот тревожность, депрессия, беспокойство, вот такое, вы знаете, состояние такое вот, какого-то вот такого подавленности. Это все связано с вот этими внутренними процессами, которые нарушились при гипофункции щитовидной железы. Очень хочу отметить, что замерзают конечности, руки и ноги. То есть эти люди хотят все время согреться, что-то теплое. Вот даже если даже и летом, тоже руки и ноги мерзнут. То есть это, ну, это вся вот эта цепочка патологическая, которую я рассказывал. Дальше. Судороги в мышцах, мышечные боли тоже связаны с гипофункцией. И еще один такой симптом, как комок в горле. Вот эти люди глотают, пьют, а у них как ком стоит в горле. Вот это уже тоже показатель очень сильной гипофункции щитовидной железы. Поэтому, если какие-то сегодня я проводил прямой эфир буквально перед нашей встречей, и женщина мне сразу мы созвонили, она говорит: Александр Николаевич, вот все, что вы назвали вот сейчас, то, что это, она говорит, это все есть у меня. Но я так не хочу идти на гормоны. Наверное, вы правы, я пойду к врачу, он мне на гормоны. Ну, мне нужно там УЗИ сделать, там проверить гормоны. Да, конечно. Я очень хочу. То есть, понимаете, только желание человека. Невозможно человека заставить быть здоровым. Невозможно человека заставить выздороветь, да. Я так и сказал, это зависит от вас, то есть, а кто-то уже на гормонах, говорю, но если вы ничего не будете делать, как вы получите результат, то вы, это очень крутая горка вниз, когда уже человек заболел и на медикаментозном лечении, чем дальше, тем быстрее он скатывается к болезни, очень быстро идет развитие. Старение, кстати, идет очень быстро, кстати, вот для девушек, да, для женщин, то есть, если вы вас в приоритете красота, молодость, активное здоровье, долголетие, вот щитовидная железа, обратите на нее внимание, на ее здоровую функцию. Теперь гиперфункция. В чем она проявляется? Обратно противоположная картина. Очень легко запомнить. Если там человек вялый, сонный, то тот человек вздрагивает от любого шороха, скрипа, шума, от какого-то слова, он его просто разрывает на части. Вот если при гипофункции он замерзал, то тут он выгорает, сгорает, потому что такой обмен веществ, то есть все завышено, тахикардия, сердце вот так вот колотится. Что там еще? Симпатическая часть нервной системы отмечает за ускорение. Быстрая работа сердца, быстрая работа кишечника. Это как перегорание, выгорание, вот даже можно так сказать, потому что человек в таком, знаете, как на минном поле. Он все время ожидает, что он взорвется, что вот, я не знаю, что-то случится страшно. Вот в такое внутреннее состояние. То есть он, грубо говоря, сгорает в стрессе. Это внутренний огромный стресс при гиперфункции. Следующее. Появляется, увеличивается размер. В основном при гиперфункции увеличивается размер. Может и при гиперфункции, но при гиперфункции привлечение в основном увеличивается в большинстве случаев. Зоб такой вырастает, увеличивается ткань, увеличивается что там, узлы увеличиваются внутри. И еще выпячиваются глаза, называется экзофталь, выпучиваются просто глаза. Уже невозможно будет помочь, если глаз, ну, выпечился, да, выпучился. Нужно обязательно дифференцироваться с таксокорозом, потому что это единственный паразит, который поражает глазное яблоко. Он может тоже давать быстро такую симптоматику. То есть тут нужно
ну, провериться, да, или это щитовидное, или это таксакара. Дальше. Неустойчивость настроения. То он плачет, то он вот все меняется, то так, то сяк. Вот знаете, непонятно, что с человеком происходит. Его рвет на части, штормит, штормит. Вот этих людей, которые они резко теряют вес. Вот просто начинают терять вес очень быстро. Обмен веществ повышается. Кстати, они кушают или норму, или переедают, а вес не увеличивается, даже снижается. Это очень важный признак. Дальше. Не переносят жару. Им и так жарко, грубо говоря, внутри. Тут еще жара, они не переносят. Тоже нарушение потоотделения. Дальше запоры или диарея, или то, или другое. Ну, там кишечник дает сбой. Дальше повышается уровень сахара в крови при гипертиреозе, при повышенной функции. Поэтому тоже нужно, у кого сахар повышенный, обратите на это внимание. Функцию щитовидной железы. Волосы истончаются, выпадают, ломкость волос. То есть из-за того, что сильная такая вот гиперактивность, не хватает этих минералов, витаминов, они, грубо говоря, сгорают вот в этом процессе завышенного мочи. Дальше, ну, нарушается и половая функция, и другие функции, мышечная слабость, не хватает магния. Тоже кальция, повышенная утомляемость из-за того, что они все время нервничают. Но он стопом переживает, нервничает, вздрагивает, реагирует. Они такие нервные, как вспыхивают от одного слова, от одного звука. Вот такое. Дальше. У них даже начинается тремор, дрожание. То есть нервная система уже, ну, как отказывает от того, что такое, например. Кстати, у тех, у кого гиперфункция, они прямые кандидаты к заболеваниям головного мозга. Потому что они находятся в позиции стресса, а во время стресса выгорает ацетилхолин, нейромедиатор мозга. Мозг съедает сам себя. То есть у них разрушается и щитовидная железа, и мозг одновременно. Это очень страшно. Дальше. Ну и нарушается сон. У этих людей нарушается сон, потому что в таком состоянии невозможно уснуть или спать крепким сном с глубокой фазой сна. Значит, какие нужно обследования? УЗИ, МРТ или КТ и проверить гормоны. Гормоны есть в основном ТТГ, тиреотропный гормон. Ну вот норма границы от 0,5 до 3-4 изменяется в международных единицах. И также проверяют гормоны Т4, Т3. Ну вот Т3 от 3,5 до 7,8, а Т4 от 9 до 25. Вот это норма. Если ниже, то это гипотиреоз. Если выше, то гипертиреоз. Мне спрашивают, а что делать, а как делать? Тут нужно изменить образ жизни. Вот все. Где вы находитесь, окружение, какие у вас нагрузки, водный режим, питание, внутренняя чистота. Вот сейчас я расскажу принцип ну вот решения этих вопросов, чтобы понимать, как выходить и как профилактировать. Первое, что нужно сделать, отменить все напитки, вот если проблемы щитовидные, да, для профилактики просто вести в образ жизни, да. Отменить все напитки, неважно, сладкие, газированные, кофе, все, что... любые напитки, любые обезвоживают организм. Если организм обезвоживается, повышается уровень токсинов. То есть это первые триггеры, первые условия для ухудшения, снижения функций. Но если это долго длится, то и нарушается структура тканей и функция щитовидной железы. Второе. Обязательно ежедневно детоксикация. Это вода с полезными свойствами, тот же водный режим, потому что вода растворяет и выводит где-то 85% водорастворимых ядов и токсинов. Кстати говоря, для щитовидной железы имеет колоссальное значение, просто мега, растворение, выведение жирорастворимых токсинов именно для щитовидной железы. То есть это... По воде это уникальные эксклюзивные продукты. Мини-фильтр CoralMine, который возвращает воде все полезные оздоровительные свойства. Очень важно пить для защиты щитовидной железы, мега важно, это H500.
минеральный набор с водородом, самый мощный антиоксидант. Почему? Потому что вы таким образом защищаете все структурные и физиологические параметры щитовидной. То есть это мощнейшая внутренняя защита. Тем более, подчеркну, только H500 нейтрализует и выводит радиоактивные металлы. А это самый худший враг и разрушитель щитовидной железы. Хотя бы одну капсулу выпейте. Можете две, лучше больше. Очень рекомендую. Дальше. И все остальные продукты, которые вы будете добавлять в воду, это пентакан, ушумин. То есть все эти природные продукты, которые улучшают качество воды, они направлены первое на восполнение дефицита воды. Второе, на детоксикацию, потому что все эти воды, как Курал-Майн, H500, Пентакан, они направлены на детоксикацию и выравнивание кислотно-щелочного баланса. Это самая быстрая, самая мощная, самая результативная поддержка. Запомните это. Тем более, введите просто в образ жизни, чтобы голова не была тяжелая, да, там что происходит. Дальше. Они выравнивают кислотно-щелочной баланс. Это главная константа здоровья всех органов, особенно нервной системы, потому что нервная система и эндокринная система, внимание, иммунная в том числе, они работают, когда нормальный pH-баланс, не закисленный, а он щелочной. Ощелачивание вести не химическим путем, а природным. Вот продукты я перечислил. Все продукты относятся, производятся международные компании Coral Club, которая уже более 25 лет на мировом рынке. Она является ведущей в мире по качеству питьевой воды, по улучшению качества питьевой воды. Дальше. Детоксикацию, кратко скажу, это главные продукты для печени, для кишечника, для почек, для лимфы. Ну вот самый такой, как вам сказать, эффективный, максимально результативный, могу вам сказать, это Fun Detox и Coral Burdock Root. Вот если их соединить, можно по отдельности, но вот вместе дают просто великолепно. В виде чая растворяете в воде, то есть очень хорошо. Fun Detox – это чисто печень, потому что он мощно очищает от всех токсических веществ печени, и фармакологии, и алкоголя, и паразитарных токсинов, любых токсинов, и экологических токсинов, именно Fun Detox. Вот вместе с H500 это ваша защита щитовидной железы. H500 и Fun Detox. Бурдок, он просто как фундаментально укрепляет и чистит печень, почки и кишечник. Такой хороший растительный мегапродукт. Кстати, он тоже является онкопротектором. Coral Burdock, как и H500. Дальше. Детокс я сказал. Теперь смотрите. Теперь по поводу стресса. Сразу же, ну не сразу же, я рекомендую на постоянной основе пить противострессовые натуральные средства. Почему? Потому что стрессы, как и радиация, очень сильно повреждают функцию щитовидной железы. Причем незаметно, как неожиданно. Может быть последняя капля какой-то стресса, и она разрушится, а может сразу быть удар. У кого как в жизни сложится, никто не знает. Поэтому противострессовые, ну хотя бы органическая форма магния, корал магнезиум. Вот. Идеально ошин-мин, жидкая форма магния. Да? Это океанские минералы, которые вы высыпаете в воду, и вода, они растворяются. Это прекрасная и защита, и детоксикация, укрепление нервной системы, в том числе параллельно щитовидной железы. Вот идеально подходит для защиты от стресса, для восстановления стресса. Это грифония, два растительных экстракта. Грифония и сафрина. Вот идеально. Вот если с щитовидной железой вы чувствуете ком в горле, не дай бог, или человек чувствует, или что-то непонятно, подозреваете, даже интуитивно, сразу же бежите и глотаете грифонию и сафрину. Если нет того, одно что-то, но в большей дозировке. Вот у меня буквально недавно, ну, в моей жизни так случилось, что выпало огромное количество стресса. Пока вы, хотя и в молодом возрасте тоже может разрушить, да, щитовидку, но лучше
знаете, как береженого Бог бережет. Поэтому если грифония, вот сильный стресс, рекомендует до 10 капсул. Никакие не 2, не 3. То есть это, знаете, как взять стакан воды и помыться в душе. Это из этой серии. Я мылся. Да не мылись вы, да не пили вы грифон. Я пил одну капсулу, две капсулы. Если нет грифония, значит сафрина. Не так, как пишет сам там, одна в день. Сразу 3-4. Вот это идет защита, потому что очень важна дозировка. Вот. Профилактически, если все нормально, можете пить по одной, там, по две в день. Ну, если солнечно, спокойно, да, умиротворенно и гармонично. Если что-то бурлит, штормит в жизни, какие-то перекосы, перепады, постоянные стрессы, то, конечно, количество капсул больше. Чтобы... Дело в том, что дозировка, она определяется ну, вот состоянием человека. Да? Чем хуже себя чувствует, тем больше, потому что нужно быстро восполнить. При стрессе, кстати, уходит защита наша гормональная. У нас защитой гормональной является гормон серотонин, дофамин, окситоцин, эндорфин, то есть гормоны счастья и радости. Вот стресс выжигает эти гормоны и уходит защита, то есть оголяется щитовидка, мозг, сердце. И этот удар идет беспрепятственно и бьет по сердцу, по мозгу и по щитовидной железе. Поэтому вы не сможете выстроить все гормоны на одной капсуле. Нереально, физически не хватает материала. Поэтому нужно увеличить дозировку, чтобы они быстрее выстраивались. Вот в чем смысл. Вот в чем смысл. Поверьте, если вы это сделаете так, результат будет быстрее, тогда предупредите кучу заболеваний. Все люди от стресса все заболевания. И сахарный диабет, и инсульты, и инфаркты, и разрушение щитовидки. Что хотите, от них может быть. Вирусы радуются, грибки размножаются, паразиты прилипают. То есть все происходит мгновенно. Вы даже не заметите, как это все произойдет. Дальше. Защита нервной системы сказал. Кстати говоря, присоедините еще вечернюю формулу. Прекрасно укрепляет сон, увеличивает глубокую фазу сна. И тогда укрепляется и нервная система, и эндокринная система. Две главные системы, которые вот, смотрите, нервная система, эндокринная система и сосудистая система, они объединяют все тело. Вот есть специалисты, отдельно глаз, отдельно нос, отдельно рот, уролог, проктолог, гинеколог. Если вы укрепляете свою нервную систему, эндокринную, то вы защищаете и профилактируете здоровье всего организма, всего, не только щитовидной железы. Поэтому вечернюю формулу очень рекомендую. Ну, там несколько капсул. Вы смотрите по своему результату. Вот у кого щитовидная железа, очень рекомендую пить для укрепления нервной системы. Дальше. Я говорил, что очень сильно щитовидка реагирует на жирорастворимые яды токсины. Значит, обязательно пить лецитин. Он не только укрепляет там функции мозга, гепатопротектор, полезен для печени, он очень полезен для микроциркуляции. Вот микроциркуляция – основа работы щитовидной железы, плюс он самый главный растворитель жирорастворимых токсинов – лецитин. Вот он. И вообще все жиры очень полезны для щитовидной железы. И омега-3 ТГ – вот новая уникальная формула. И планктон, премиум планктон ойл. И жир печени акулы. Я рекомендую очень, не только для щитовидки, для нее особенно, вообще это полезно для здоровья, для молодости, для красоты, для долголетия, для иммунитета, нервной системы. Вот их либо чередуете, либо, если есть возможность, соединяйте. Очень полезно. Ну, просто мега полезно. Дальше. Щитовидная железа – это наш внутренний огонь. Внутренний огонь. Энергетический. Он вот на ней держится ток жидкости, биохимические реакции, вот это внутреннее движение. Поэтому щитовидная железа очень сильно истощается энергетически. Как только человек переработался, неважно, это интеллектуальная работа, физическая, вот переутомление, либо не досыпает, идет удар на щитовидку. Ну, со временем, накопительный, да? Поэтому все люди, которые работают ночью, все люди, у которых нагрузка на горло, это учителя, преподаватели,
выступающие, спикеры, там, руководители, в общем, всех, кто связано с интеллектуальной работой, обязательно пить такой продукт, как энзим Q10. Обязательно. Это наша энергия. В 1953 году Митчелл, это такой американский ученый, он открыл действие, не сам это вещество, это убихинон, а именно, что 95% клеточной энергии работает на нем. После 25 лет резко идет снижение собственная выработка. Поэтому все, кто, неважно какой возраст, переутомляются в стрессе, переутомление, кого я все, что я перечислял, паразитарной мазе, улетучивается это вещество из клеток, потому что все клетки работают на этой энергии, особенно органы, которые работают нон-стопом, у которых перенапряжение, мозг, сердце, печень, вот эти органы, в том числе эндокринные органы, они имеют большое количество таких внутриклеточных электростанций, называется митохондрии. Вот митохондриям нужен вот этот коэнзим, чтобы пополнять запас энергии. Вот коэнзим очень. Причем, смотрите, если вы хотите решать вопрос щитовидной железы, очень важно, как пить продукты. А их нужно пить как? Разжевать и держать во рту. Почему? Потому что щитовидка на шее, если вы во рту что-то держите, то мгновенно с током крови, с лимфой уже идет в щитовидную железу. Не окольным путем попало в желудок, пошло в кишечник, потом снизу стоком крови дошло, а сразу, сразу. Поэтому у кого ком в горле, у кого какая-то непонятная слабость, вялость, разжевали H500, подержали нескольких минут до 10 не глотая. Разжевали коэнзим, подержали от нескольких минут до 10 минут. Разжевали там селен и подержали. Разжевали цинк. Вот питательные вещества для щитовидки – это жевать и держать во рту. Жевать и держать во рту. Тогда будет идти, во-первых, эффективнее, во-вторых, быстрее. Да? Вы делаете одни и те же действия, но КПД разное. Понятно, вот как разница какая получается. Так, очень важно сосудистые продукты. Это майнсет, это циркуфит, это готукола, гинкобилоба. Акваокс – это сосудистый антиоксидант, вот их очень полезно. Значит, итак, первый шаг к профилактике, решению, восстановлению щитовидной железы – это вода и детоксикация. Причем детоксикация натуральная, высокоэффективная, высокорезультативная, как я сказал. Все продукты, о которых говорю, это продукты компании CropLab, они проверены за 25 лет. То есть на них можно положиться, прогнозировать результаты. Если где-то названия одинаковые, куда-то пошли, где-то в интернете, в какую-то сторону, результат будет другой. Ну, не знаю какой, но не проверен. Да? И качество, и дозировка, и концентрация. В общем, там масса нюансов. Второй этап для решения вопросов щитовидной железы – это вопрос внутренней чистоты. Это этап очищения. В первую очередь от паразитов. Хорошая, очень хорошая, глубокая противопаразитарная программа. Причем сначала она такая легкая, подготовительная, если хроника, не знаю, долго ли там что-то с щитовидкой, потому что эти люди ослаблены, им нельзя сразу давать там парафайт, эпистоп. А вот такое легкое, Сильвермакс, кора муравьиного дерева, коралл черный орех. Вот как детская антипаразитарная программа. Потому что, чтобы не было сильной интоксикации, при любом очищении токсины зашкаливают в крови, потому что паразиты выходят, агрессируют токсины. То есть это надо куда-то деваться, чтобы не такое было обострение, да, не такая была интоксикация, то легкая антипаразитарка. Вторая – это уже более расширенная и глубокая. Обязательно всех, у кого щитовидная железа, это глубокая системная чистка организма коловада. Причем при гипертиреозе коловада плюс однозначно, а при гипер там должна быть легкая форма. То есть эти люди, они настолько истощены, настолько, как сказать, на грани, да, они вот буквально в таком подвешенном состоянии, им нужно такое комфортное, глубокая чистка коловада лайт или коловада грин. Так, при очищении обязательно программа детоксикации, программа поддержать жирами, аминокислот, то есть клеточное питание. Вот для людей, у которых щитовидная железа,
Очищение должно быть совмещено с клеточным питанием. Запомните, это очень важно. Эти люди крайне ослаблены, они часто болеют. И когда идет очищение, снижается иммунитет, агрессируют паразиты, им нужна поддержка. Напитать, подкормить иммунитет, вовремя очистить от токсинов, да, это те же продукты, улучшающие качество воды. Так, и завершающий этап – это питание тканей для регенерации, обновления тканей щитовидной железы. Ну, конечно же, с водой. Скоро умается 500, что я говорил. Обязательно, кстати, чуть не забыл, ферменты очень имеют огромное значение. Ну, папайя, она такая средненькая, не суть важная. Вот ассимилятор – ключевой фермент для восстановления и решения вопросов щитовидной железы. Причем не только с водой, не только с едой, а с водой, чтобы ассимилятор чистил кровь и лимфу, чтобы он растворял вот стенки кист, уменьшал ну, размер узлов. Вот ассимилятор является ключевым продуктом. Ассимилятор – это уникальный комплекс растительных ферментов всех групп. Максимальная биоусвояемость, максимальная польза. Единственное, чтобы не было язвы и гастрит. Если проблемы с ЖКТ, сначала решить вопрос с желудком, с кишечником, а потом уже пить ассимилятор. Так, клеточное питание. Цинк, селен, магний, железо, кальций прайм, то есть корал цинк продукт, железо так и называется, корал магнезиум, кальций прайм, наилучшая биологическая 100% усвояемая форма кальция. Дальше, коэнзим обязательно. Причем коэнзим не 2-3 капсулы, а от 4 до 6 минимум. Дальше. Все для защиты нервной системы. Жиры, я уже о них говорил. Обязательно аминокислоты. Это Activity Ultra, это спирулина. Вот. Если это гипофункция щитовидной железы, то это бурая водоросль келп, японская ламинария. То есть в достаточном количестве. Тоже от веса, от времени. Ну, нужно индивидуально посмотреть. Так. Очень рекомендую для регенерации промарин коллаген. Это жидкая форма белка наивысшего усвоения, очень хорошо восстанавливает структуру щитовидки, соединительную ткань, ну и как строительный материал. Так, когда вы идете в восстановление щитовидной железы, рекомендую хотя бы один раз в день пить коктейли Coral. Коктейли любого вкуса, заменять ужин. Если получается, завтрак и ужин, это будет мега актуально. Тогда быстрее будет идти регенерация поврежденных клеток щитовидной железы. Так, режим дня и отдыха соблюдать. И если есть нагрузки, ну, стараться их избегать. Но если вдруг, то поддерживайте себя. H500. Теми продуктами, которые дарят энергию, восстанавливают силы и убирают интоксикацию. Если такая краткая характеристика. Вот. Ну вот, какие результаты? Если человек идет по вот этим принципам, идет, то у него идет постепенное, это не за месяц, не за два, это оно растягивается месяца, потому что дело в том, что эндокринные органы, они очень медленно, ну, с биохимической точки зрения восстановление идет, то есть уходят паразиты, не просто так уйдут, реально, там нужно потрудиться. Восстановление клеток тоже идет не так быстро, там, как слизистая желудка. То есть нужно терпение и продолжать. В любом случае, это направление к результату, к выздоровлению. То есть вот этот путь – это работа с причинами и для обновления и регенерации. То есть чтобы поврежденные клетки стали здоровыми. Вот этот путь, в отличие от того, что в обычной жизни, в обычной медицине. И еще обязательно контролировать вначале, потом как-то поэтапно там саму щитовидку, УЗИ, например, да, и гормоны, то есть смотреть, как идет динамика, потому что это очень тонкий процесс, и за ним нужно следить, ну, брать под контролем, мониторить его. Так, Наталья, я уже завершил тебе слово. Да. Сейчас я только скажу, что благодарю всех за внимание. Желаю всем успехов, счастья, радости. Если возникли вопросы, обращайтесь к тем людям, которые вам дали эту ссылку или пригласили вас.
Если нужна моя поддержка, тоже помогу. Я сейчас запись завершу, мы ответим на вопросы. Секундочку.